Ну все, вышли на охоту. По утра фартануло. Не успели выйти с поселка на лесную дорогу. Попался мотоциклист Серега Коваль, мой одноклассник. И довез нас до Сваровска 3 километра. Спасибо тебе, Серый. Привет тебе с нашего канала, с моего канала. И все, сегодня у нас расстояние 34 километра. Но из них мы 3 проехали, так что осталось 31. Все, трудимся, ребята. Вперед. Собаки уже шустрят. Молодцы. Влад, снимал лично для тебя. Стрелять даже не хотел. Вон тут их, короче, штук 12 взлетело. Вот 2 сюда прилетело, одного сейчас тайгаун согнало. А 10 вон там. Ну я за ним не пойду, мне одного рябчика хватит. Сейчас добыли одного, стреляли метров 15. Все, больше не надо, покушать взяли. Ненужный трофей, белка-летяга. Попалась в нашу ловушку. Эх, ну это не соболь, следов вообще нет, тишина. Год вообще тяжелый для охотника. Что-то гнездо птички сделали. Прошли уже 4 километра, следов пока не наблюдается, соболиных вообще тишина. И вот долгожданный момент. Соболек. Ух, осталось еще 2 капканчика. И у меня уже надежды не было. Думал, все, пиши, пропало. А тут такой соболек. Ух, радости-то. Уже не пустые. До этого по капкану сняли 5 белых летяг. Лезут в капканы, все. Пошел снег. Фу, ну все, трудимся, мужики. Не зря сегодня шли. Вон тайга прёт. Вот, держишь сюда рыбца. Не только нельзя. Камеры под боком не было, не успел заснять. Прям мне в лоб чуть не влетел. Я бы его не стрелял, но сегодня вот уже прошли 30 километров, еще 18. То есть надо будет сейчас плотно покушать. Сейчас идем по максимуму до темноты. С наступлением темноты начнем кушать. Чтобы потом остаток пути дойти. Время 5 вечера. Сейчас будем обедать. Сегодня затяжной получился путик. Прошли мы уже... Шаман спит. Трек. Сорок пять четыреста. Из них 10 километров убираем, потому что мы их проехали на лесовозе, нас подвезли. Того, то есть 35 километров. Сейчас кушаем, и еще осталось 10 до дома.
Так, сегодня у нас на ужин чай. Там рябчик варится. Уже сейчас снимать будем. Самое главное, что у нас, это сало с хлебом. Да, сейчас бы еще лучка. Вообще нормально. Все, сейчас же минутки три еще покипит. Кушаем и прем. Вот собаки. Сегодняшний маршрут составит 56 километров. До дома еще 3 километра. Как говорил мой тренер, убивает не дистанция, а скорость.